Крендель, ты кто? Папася, ты дебил? Я твой сын Бастер. Бублик, реально не гони. Не узнать собственного сына, это, конечно, капец. Мой сынулечка Крохотулечка. Надеюсь, тебя никто не обижал. Кстати, а почему тебя вернули? Что ты там натворил? Вы сейчас о ком? Я не знаю никакого младшего человека. Да ты сдурел совсем, ку-ку! Младший человек, твой родной младший брат Тимофей. Хочешь сказать, не знаешь такого? Первый раз слышу. У меня что, есть родной брат? Капец! Включаем режим Няши и активируем нашу хозяйчую магию! Нас не победить! А это мы сейчас и узнаем! Я бандит, и я не строю глазки. Хаски, хаски, я сибирский хаски. Я бандит, и я не строю глазки. Чё, как? Всем хосячий привет, меня зовут Бандит, и я первый в России хаски-видеоблогер. Мы не няши, мы злобные волки. Так что к тем, кто не подпишется на мой канал, я приду ночью и укушу за бочок. Хосята, случилось невероятное, но в мире человеков, увы, такое бывает. Новые человеки моего внука Бастра не справились с ним и решили вернуть его к Каролине. Прямо сейчас эксклюзивные кадры возвращения блудного щенка. Куда вы меня тащите, идите? Что вы себе позволяете идти? Крендель, ты кто? Папася, ты дебил? Я твой сын Бастер. Бублик, реально не гони. Не узнать собственного сына, это, конечно, капец. Мой сынулечка Крохотулечка. Надеюсь, тебя никто не обижал. Кстати, а почему тебя вернули? Что ты там натворил? Да ничего я не натворил. Привезли меня в дом с хорошим ремонтом и дорогой мебелью. Вот, собственно, и все. В смысле все? Ну, я за 2 дня превратил хороший ремонт в плохой ремонт. А новую мебель старую с дырками. Красавчик, сынок. Красавчик, внучок. Показал этим человекам, кто тут главный волчара. Так, а теперь скажи, почему твоя спина посерела? Рыжая сопля. А потому что он будет похож на деда, а не на отца. Смотри, вот мои фотки в детстве. Один в один Бастер. Капец! Это что получается? Бастер будет похож на тебя? О нет! Пенсия, смирись! Рыжей соплей в нашей семейке будешь только ты. Хотя-то подробный рассказ о приключениях Бастера на нашей площадке смотрите во влоге у Бублика, который выйдет в ближайшую среду. Бублик, ситуация с котом Серегой уже истрепала мне все мои хосячие нервы. Пенсия, тебе вредно нервничать. Ты уже пожилой волк, тебе целых 5 лет. Я сейчас тебя укушу, рыжая сопля. 5 лет для хаски — это самый расцвет сил вообще-то. Опася, ну в любом случае не нервничай. Ну подумаешь, какой-то кот украл у тебя косточку 2 года назад, а ты до сих пор это забыть не можешь. Бублик, ты пойми, он был моим другом. Я ему доверил самое сокровенное — вонючую косточку. И как он поступил? О, бандит, привет. Блин, главное, чтобы про косточку не спросил. Серега, а помнишь про ту косточку, которую я тебе на хранение отдавал? Вот же блин. Так, бандит, тут просто такая ситуация получилась. В общем, я это... съел. Чё сделал? Прости, но я её с кетчупом сожрал. Никогда не доверяйте этим скотинам, то есть котярам. Он сбежал в другой город, хотя-то говорили, что видели его и в Челябинске, и в Казани, и в Санкт-Петербурге, и даже в Астане. Да-да, говорили, что он сделал пластическую операцию и изменил внешность. Я очень его хочу найти и просто поговорить по душам. Как он так мог? Пася, а почему для поиска кота Сереги ты не используешь технические средства? В смысле? 21 век на дворе, пенсия, есть куча гаджетов, которые помогли бы тебе найти кота Серегу. Бери ноут, заходи на e-каталог, я тебе сейчас все покажу. Хм, а это мысль. Чтобы найти хитрого Серегу, надо превратиться в шпиона. Ну-ка, что мы тут имеем? Пишем «шпионский набор». Ого! Смотри, можно купить крутой шпионский бинокль всего за 367 рублей. Отец, обрати внимание на детектор лжи. Его тоже надо купить. Присоединим контакты к Серегиным ушам и узнаем, что он на самом деле сделал с косточкой. Вдруг он ее не сожрал, а спрятал. Для этого его еще выследить и поймать надо. Кстати, вот зачетная рация, нам нужна связь. Е-каталог ищет для нас товары с самой низкой ценой. А может, выследим его с воздуха? Вон, у старшего человека квадрокоптер возьмем и будем искать этого кота. Ага, старший человек жадина нам его не даст, у него жутко дорогой квадрокоптер, за 100 тысяч рублей. Стоп, о чем мы паримся? Ребята из Е-каталога делают подборки и обзоры на товары. Ну-ка, ну-ка. Ха, старший человек лопух, можно купить прикольный дрон за куда меньшие деньги. Смотри, в статье есть ссылка на дрон с камерой, который стоит всего 3190 рублей. Папася, давай 2 дрона купим. Смотри, вот этим мы будем пугать не только Серегу, но всех кошаков. Прикинь, сидят они такие, а на них сверху с воздуха нападает летающая пиранья. Капец, Бублик, ты гений! Все, держись, кот Серега! Сейчас мы купим все эти гаджеты, и тебе капец! Ссылочку на e-каталог для России и Украины я оставлю в описании. Пася,
Вася, а где младший человек? Он же обещал с нами погулять. Куда-то ушел и не вернулся. Капец ты наблюдательный. Его вообще-то нет уже 2 дня. Но самое странное, что никто, кроме нас, не заметил его отсутствие. В смысле? Ну вот смотри. Человечка, как обычно, готовит и ничего не замечает. Человек-дед спокойно смотрит телевизор. Средний человек играет в компьютер. Старший человек сидит, тоже работает. И чё, реально никто не замечает, что младший человек пропал? Пойдём спросим. Слышь, человечка, а ничего, что твой сын уже несколько дней дома не появляется? В смысле? Клим, или как вы его называете, средний человек, вон сидит в своей комнате. Да мы про младшего человека вообще-то говорим. Вы его называете странным именем. Тимофей. Какой ещё Тимофей? Какой ещё младший человек? Я таких не знаю. Капец! В смысле? Парни, отстаньте. Если хотите поиграться в дурацкие игры, вон идите с Климом играйте. Походу это какой-то прикол. Ладно, пойдем у среднего человека спросим. Слышь, средний человек, а где младший человек? Ты его давно видел? Вы сейчас о ком? Я не знаю никакого младшего человека. Да ты сдурел совсем, ку-ку! Младший человек, твой родной младший брат Тимофей. Хочешь сказать, не знаешь такого? Первый раз слышу. У меня что, есть родной брат? Капец! Никто не знает о младшем человеке. А я подозревал, что что-то тут не так. Я даже в своем влоге просил Хосят узнать, что происходит у крутых деток. Да, папася, смотри, на канале Cool Kids в комментах все нас зовут. Хотят, чтобы мы спасли ребят. Неужели они попали в беду? О нет, капец! Они застряли в параллельной вселенной. Надо их оттуда вытаскивать. Пенсия, а может они сами? Мы их постоянно спасаем. Вспомни, то защищаем от темной магии. А однажды вообще спасли весь мир от тьмы. Помнишь, когда они метеоритами во все школы планеты запустили? Запускаю все метеориты на все школы этой планеты! Капец, вы чё тут совсем офигели? Младший человек, я вообще не ожидал от тебя такой подлянки. Это вопиющееся негодяйство. Папася, включаем режим Няши и активируем нашу хосячую магию. Корона власти, включай тотальное истребление. Нас не победить! А это мы сейчас и узнаем. Да-да, и почти во всех случаях так или иначе замешана Ева, вернее их 2. Одна злая из нашего мира, вторая добрая из параллельной вселенной. Ну вот, пускай она их вытаскивает. Не, бубленцы, мы должны им помочь. Ладно, но это последний раз. Хасямба, масямба, седьмой ас, пасямба! Хосята, у меня к вам просьба. Мы не можем зайти со своего ноута на канал Крутых Деток. Мы хотим узнать, получилось у нас освободить 7 А или нет. Я подозреваю, что все пошло не так, потому что наш младший человек до сих пор не вернулся. Ссылочку я оставлю в описании, сходите посмотрите, в чем там дело. Если что, сразу напишите мне коммент, окей? Хосята, и пришла пора разыграть приз на мой миллионный конкурс. Я напоминаю, что нужно было станцевать всей семьей под мой супер трек на 1 000 000 подписчиков и прислать в мою группу ВК. Победитель получит набор блогера, смартфон с хорошей камерой, кольцевой свет и штатив. Итак, мы с вами провели 4 отборочных тура, и по итогам вашего голосования в комментах в суперфинал вышли 8 видосов. Настала пора определить, кто же выиграет. Голосуйте в комментах за номер клипа, и да пребудет с вами великая хосячья сила! Я 2 года на ютубе, они быстро промелькнули, 1 000 000 перешагнули, волки руля. А я помню первый влог, где я был как только мог. Первый рэпчик мой про хаски, я бандит, не строю глаз. Я 2 года на ютубе, они быстро промелькнули, 1 000 000 перешагнули, волки руля. Затем я встретил хаски Терри, прекрасней не было в вольере. И появился рыжий бублик, его прозвали в ютубе. Ежик всех замочен и подписок 1 000 000. За бочок мы всех уснули, волки руля. Волки руля. Волки руля.
вы до сих пор не подписаны на мой канал? Я тут специально для них изображаю няшу, так что у вас есть 3 секунды, чтобы нажать красную кнопку и колокольчик, а то я за себя не ручаюсь. Так, все подписались? Тогда погнали дальше. А сейчас время для нашей эпичной рубрики «Зверская жизнь». Присылайте ко мне в группу ВК видео своих питомцев, лучшие с нашей смешной озвучкой выйдут здесь на моем канале. Погнали! Я умею бегать и биться головой об стенку, смотри! А чё, нормальную тряпку разве нельзя было купить? Почему вы всегда вытираете пол мною? Это жестокое обращение с животными! Давай, молодец! А ты дай вкусняшку! Тогда я сам возьму! Ха-ха, сеанс дрессировки закончен! Ты реально думаешь, это камнеежка? Да по всем приметам сходится, маленькая зеленая. Осталось выяснить, жрет ли оно камни. Слышь ты, скажи, а ты камни жрешь? И традиционный обзор ваших артов. Огромное спасибо, что присылаете их в нашу с Бубляшей группу ВК. Вы невероятные умницы. Погнали! Лето, август, солнце, жарко, дождик изредка в виде подарка. Гулять в парке очень парко. Лапы плавятся, хвосту гадко. Дома в холоде мне спасение. В халатке лежать наслаждение. Еще этим летом волнение вызывает подписчиков прибавление. Нету краше морды нашей. Мы волчары, мы не няши. Самый знаменитый хаски. Я бандит, не строю глазки. Нету краше морды нашей. Мы волчары, мы не няши. Самый знаменитый хаски. Я бандит, не строю глазки. Хосята, видите, вокруг меня появились окошки с видосиками. Нажимайте на любой, но знайте, если потом я на этих роликах не найду вашего лайка, то вам капец! Хе-хе-хе-хе, шучу, не переживайте. Всем хосячья пока, скоро увидимся! Хаски, хаски, я сибирский хаски. Я бандит, и я не строю глазки.